кофе с собой, табак, пиво, автошкола и студия красоты и загара. Все в одном. В общем, как-то так. Тот самый момент, когда в один из прекрасных дней понимаешь, что все-таки права в этом чудовищном мире автолюбителей очень нужны и очень важны. И поскольку никогда в жизни не сидел за рулем автомобиля, созревает логичный вопрос: когда же я все-таки пойду учиться? Ну, в этом году это точно. Скорее всего, что весной нужно будет записаться в автошколу, выбрать категорию Б на механике либо на автомат, отучиться, ну и, соответственно, получить права. Вот, для того, чтобы можно было купить какую-нибудь коробчонку, для того, чтобы на ней в последующем ездить. Это будет какая-то малепуська-машинка, потому что большую в городе припарковать проблематично, а на большие дистанции ездить мне надобности никакой нет. Так что как-то так. Есть пара школ, за которые хотелось бы узнать побольше и получше, и понять, где из них лучше учиться. Вот. Ну и после того, как выберу автошколу, будем собирать пакет документов для обучения. Вот. И посмотрим, что из этого выйдет. В среднем стоимость обучения везде одинакова в этих автошколах. Единственное, что в чем разница, это в количестве часов на практику, в количестве часов теории. Вот. Но в среднем по деньгам это выходит от 30 до 40 тысяч. Вот. Где-то 30, где-то 35, где-то 40. Все зависит от того, сколько часов вам дают поездить, сколько часов вам дают теории. В любом случае, только от вас будет зависеть, сдадите вы экзамен, либо нет после обучения, потому что предоставлять услуги того, чтобы вы нормально сдали, за такие деньги никто не будет. То есть тут нужно будет доплатить порядка от 10 до 50 до 70 тысяч. У всех разный ценник за лояльность при сдаче экзаменов. Но будем надеяться, что сдать экзамен получится своими силами. Ну, а так посмотрим. Ничего страшного в учебе нет. И когда-нибудь через это нужно тоже пройти, для того, чтобы научиться пользоваться данным агрегатом. Под видео будет ссылка на конкретную школу, которую я выбрал, и дополнительный вариант для того, чтобы пройти обучение. Там более-менее демократичные цены и более-менее адекватный подход к обучению. Ну а пока всем пока. Подписываемся на канал, ставим лайки, добавляемся в друзья. Да, я чуть не забыл. Выбирать нужно будет автошколу либо поближе к дому, либо поближе к работе, для того, чтобы по времени занятий я мог везде успевать. Как-то так.